Рад, ну, во-первых, поздравляем тебя, говорят, ты стал отцом. Да, спасибо. Это реально круто. Отцовство, да, это прекрасно. Спасибо. Как эмоции? Написал уже что-нибудь по этому поводу? Пока еще нет. Пока только-только себя прихожу. Да, очень хорошие чувства это. Желаю вам того же. Спасибо, спасибо, да. Это одно из самых сильных, говорят, переживаний в жизни. Ты поэт в любом случае. И насколько тебе... насколько ты переживаешь то, что пишешь? То есть, типа, для тебя это просто тексты, которые вырываются на легком эмоциональном фоне, либо же это что-то, типа, действительно болезненно сильное? Мне кажется, со стороны виднее, как мои чувства вообще, какие у меня эмоции. Ну, я поэтому и спрашиваю, потому что чувствуется, что есть очень такой натянутая струна, которая, ну, типа, она и пишет тебе. Поэтому мы и с музыкой твоей, ну, так же обходились, грубо говоря. То есть мы старались это максимально вытянуть оттуда, вот, тоже обыграть. Как тебе вообще живая музыка? У тебя есть опыт работы с живыми музыкантами, и для тебя интерпретация в живые инструменты насколько является важной? Мне очень нравится. Кайфую, да, от этого. Больше, чем от, чем просто на минус, на плюс сочетать. Потому что ты уже чувствуешь, как, ну, каждый инструмент, там, барабан, гитару, пианино. И от этого всего получаешь удовольствие. Да, мы гитары ложатся у тебя отлично, музычку. Ну, да, Владик, не да. даст соврать. Прям создано для того, чтобы туда натыкать гитар побольше. Мы видели, смотрели твои лайвы, на самом деле. Вот выступления нам скидывали ребята, прям, да, все круто. Ну, в любом случае, когда ты начинаешь делать рэп и добавляешь к нему еще живые инструменты, оно такое чуть в сторону рока идет. Ну, такая тенденция, она была на Западе, вот там, что там прям слэмились на концерты, да и до сих пор там у Трэвиса Скотта просто там, типа, месиво происходит. Да. Вот. И у тебя тоже ты достаточно смело к этому подходишь, то есть вы звучите прям так мощно. Спасибо. Как-то ощущаю себя слабо. А когда я выступаю уже с музыкантами, много энергетика людей, команды. Уже энергетика другая, да, энергетика всей команды. Ну да, да, еще музыканты тоже отрабатывают туда, ты прям да, струишься да. энергией туда в зал, и он тебе это возвращает. Поэтому я сейчас стараюсь вот больше, меньше выступать, если выступать, то уже с бэндом. Ну вот мы, собственно, как раз и хотим показать вот эту энергетику твоего лайва и вот твою работу с аудиторией, как раз вот в самом шоу преподнести это. И, собственно, быть твоей, да, группой на это время. Спасибо. А твой бэнд вообще где? Там? Да, в Бишкеке. Фирма. Какой состав? Барабанщик, бас-гитарист, гитарист, пианист и бэк-вокал. Фирма. Классика. С пианистом только, видишь, круто. А ты музыку, ты с кем-то работаешь, там, с битмарем или у тебя, или ты сам пишешь? Сейчас больше, да, стараюсь с битмейкерами работать сам, как-то направлять, сэмплы подбирать, музыку подбирать, там, инструменты. Сам дома пишешь тоже? Я так... только текст. А, ну, у меня, что хорошо получается, это идеи давать битмейкерам. Давай с такого-то сэмпла возьмем, или такой-то бит добавим, такой-то инструмент добавим. Ну и такой более гибкий, ты, получается, больше контролируешь результат, ты заранее туда вкладываешь то, что ты хочешь получить. Да, не то, что ты выбираешь такой, о, ну вроде этот подходит, а это прям ты сразу же закладываешь туда свою идею, получаешь то, что хочешь. А почему ты, как ты начал заниматься музыкой, вот в какой момент ты подумал, что, блин, вот хочу, ты по-любому же что-то вдохновило, там, какой-то «Восьмая миля», когда вышел, капец просто, я прям одевался, как Эминем говорил, И просто... начал играть рок. И потом, ну, это у меня постепенно это все перетекало в разные жанры. Рэп я начал слушать в 2001, по-моему, году, или 2002, когда 50, тогда он страшно взрывал, Инди Клаб, у него вот клип вышел. Ну, у всех же MTV был тогда. И слушал только рэп там, помните, Underground игра была? Лил Джон. Вот эти песни слушал. Вот. А именно прям захотел заниматься рэпом, это вот после фильма 50 Cent'а тоже. «Разбогатей или умри». А ты не смотрел про Dre? Вот недавно вышел там сериал на Netflix'е, просто убойный вообще, там прям вся история от Dre и Джимми Айвина. Ну то есть он и его менеджер, он Def Jam. Да, я это так мельком посмотрел, нужно как время будет прям сесть, посмотреть. Меня настолько распирало, что я на телефон снимал некоторые моменты просто с экрана, просто потому что, капец, Dre величайший. Великий. Вот. Ну что, мы можем постепенно перейти к демкам, мы там тебе вот покажем, заценим. Вот. Если что, у нас же потом еще будет какой-то репетиционный процесс, мы можем там это все поправлять.
сразу, просто без... Вот, вот это и есть интро, прям, чтобы, знаешь, чтобы немножко напугать людей, потом уже перейти в рэп. Там раз, два, три, четыре, чтобы они все прыгали. Кайф, кайф. Засчитано. Чистый рок, вообще бомба. И на гитаре сверху. И будет, мне кажется, да. Надо сделать заметку. Вот эта версия, она прям... На бои 100%. Да, да, да. Собственно, вот это по накалу очень эмоциональная песня. Типа... Семьдесят пятый вообще бомба. А как тебе в целом? Он рокерский же такой получился. Mm-hmm. А 75-й там надо, да. Там надо дать вот эту урок. Потом я прыгаю с гитарой в толпу прям туда. Да, да. Меня не ловят. И погнали. Прям просто супер кач стоял. Окей, окей. Просто вот разъебать, она вот прям для этого сделана. Чтобы... Не, ну здесь даже придраться не к чему. Рамштайн отдыхает. Да-да-да. Надо, чтобы огонь прям фигачил. Тут можно прям духастыми еще же так прям качать. Рамштайн отдыхать умеет. Не-не, вот это окей-окей сильно звучит. Так и что? До завтра. Уличная лирика, вот такая азиатская эстетика. Катя черно-бимми, дими-дими-дими. Папа индебилми, не глуши мозги мне. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. You know what it is, bro, в моем рэпе не про. Оно летит микро, за мир и добро. Мой стиль дзюдо бросает через бедро. Я побеждаю умом, это чистый пол. Ты знаешь, кто кто я знаю, кто есть кто. Я в обоим всегда, несмотря ни на что. Звонки на мой телефон, отвечаю на все. Не говорю много слов, только по делу. Алло, 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 алло. Люди пишут мне смс. Там идут у каждого свой интерес. Концертные залы, подняты руки до небес. Неважно где, устроим лютый замер. Диммер, 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 диммер. Папа in the building. Не пишем о диммер. Вновь твоя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Катя черный диммер. Диммер, диммер, диммер. Папа in the building. Не пишем о диммер. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская. Жизнь всегда движение, я не могу взять перерыв. Сотни треков, лишь аперитив. Мои люди должны быть сыты. Вот моя единственная мысль, я всегда иду вперед. Это имеет смысл. Сам себе рисую свою жизнь. Скручиваю особенный ритм. Я выдыхаю реализм. Выстраиваю четкий механизм. Ва-да-да-дэй, ва-да-да-да-дэй. Эй, listen to my 9mm go bang. Ва-да-да-дэй, ва-да-да-да-дэй. Эй, this is улупана. Ва-да-да-дэй, ва-да-да-да-дэй. Эй, listen to my 9mm go bang. Ва-да-да-дэй, ва-да-да-да-дэй. See, this is улупана. Дим-ли, дим-ли, папа in the building. Ты кушай мозги мне. У нас два хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Как и черный дим-ли, 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 дим-ли. Папа in the building. Ты кушай мозги мне. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Эстетика, энергетика, генетика. Эстетика, эстетика, энергетика, генетика.
Вот такая азиатская эстетика. Вот такая азиатская эстетика. Та ваша политика, вот такая азиатская эстетика. Чтобы я остался, но я скажу им не сегодня, не сегодня. Я говорю не сегодня, не сегодня. Я помню, были времена, когда страдала семья. За пару дней мы остались на нулях. Мама плакала ночами, рядом не было меня. 2016 не забуду никогда. Повидал много дерьма вдали от своего дома. Ночи без сна и мысли только о свободе. Я научился многому, пока тикало время. Я ведь не был виноват, видит Бог, но не система. Это события из моей жизни, там где каждый день зонируется. Меня пытались поломать, остановить, но не вышло. Я сказал, сука, постала быстро. Я вижу все взгляды издалека на меня. Многие твари хотят убрать меня. Мои враги желают мне зла. Не хотят, чтобы я остался, но я скажу им не сегодня. Не сегодня. Я говорю им не сегодня. Не сегодня. Не сегодня. Я вижу все взгляды издалека на меня. Многие твари хотят убрать меня. Мои враги желают мне зла. Не хотят, чтобы я остался, но я скажу им не сегодня. Не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня. Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Я вижу все взгляды издалека. Многие твари хотят брать меня. Мои враги желают мне зла. Не хотят, чтобы я остался, но я скажу. Не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня. Ей, 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 75-й, 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 75-й. Мои близкие все так же на подхвате. На подхвате. На ваших сладких тусах не бываем. Оставь свои нездравые понты и нравы. Платом вы не играй, простым проиграешь. Там не по пути, если ты не путевый. Твой понт дешевый, твой понт нулевый. Слышь, не пихай мне, что базар стрёмный. Слышь, не надейся на своих знакомых. Ей, не шути мне слайк, сивые погоны. Со мной не прокатит твои твои гоны. Со мной мои братья, они вне закона. Поднимаем тоны при любой погоне. Так же на районе, грибачи на зоне. Так же на мафоне, выпускай все обойму. Все по жизни ровно, все всегда надолго. Люди знают, кто мы и на что мы способны. Ты слышишь 7,5 в твоем доме. Дикий-дикий звук в твоем доме. 9,9,6 в твоем доме. Вся моя семья на подъеме. Ты слышишь 7,5 в твоем доме. Дикий-дикий звук в твоем доме. 9,9,6 мой номер. Вся моя семья на подъеме. Понял? 75, 75,
70 bad. Когда они видят боссов, куда бы нас ни занесло, мы на скрамнике, на серьезе. Когда нас видят дела, взгляды кидают соски, они будто под гипнозом, сразу становятся в позу. И если тут будет надо, устроим вид паразноз. Те, кто хотели торнадо, ловите плотную хапку для мозга. Мой должен ответить на все вопросы. Всегда на старте, всегда на связи, всегда с теми, кто зовут до столова, как и тело, делали прям, и тело делают. Да, да, покажи, как ты умеешь двигать телом. Да, да, слышишь, это моя акапелла. Акапелла у нас тут твоя колотила. Нашему злому в голове засела. Жизнь словно фильм, миноплей, миноплей. Как миндаля-даля пью, чтобы все было окей. Наша жизнь словно фильм, миноплей, миноплей. Дала-дала пью, чтобы все было окей, окей. Ты не словно пью, ты на пыль. Мы хотим дала-дала пью, чтобы все было окей. Наша жизнь словно пью, ми на пыль, ми на пыль. Хотим дала-дала пью, чтобы все было окей, окей. Окей, окей. Yeah. Окей, окей. Yeah. Шумы! Окей, окей! Е! Окей, окей! Е! Е! Окей, окей! Для себя. Да.
красавчики. Спасибо.